Привет, друзья! Сегодня с вами щенок Жу. И сегодня я вам хочу прочитать очень интересную историю попался, который кусался. Давайте скорее начинать. Прибежал бобр к барсуку и спрашивает. Твой след на опушке? Мой, отвечает барсук. Ну так я тебя поздравляю. Лис идет по твоему следу. Куда идет? Испугался барсук. Сюда идет. «Может, это еще и не твой след?» – сказал бобр. «Не мой, это мышонка след». «Это за ним, значит, лис?» Маленький мышонок шел по лесу и пел песенку. «Мы в хорошем настроении гуляем по лесам, а за мышонком крался лис». «Я задержу лиса», – сказал бобр барсуку, – «а ты беги». Барсук кинулся бежать, даже не дослушал, что ему бобр сказать хотел. «Сам сказал, беги!» – стал оправдываться барсук. «Я говорю, беги, предупреди мышонка, а я лиса задержу!» «Стой!» – остановил лиса бобр. «Ты зачем за мышонком гоняешься? Нехорошо к маленьким приставать!» «А к большим хорошо приставать?» – спросил лисенок, схватил бобра и забросил его подальше. Бобр упал прямо в дупло к лесным пчелам. «Мед я не ем!» Быстро сказал бобр. «Он противный!» Пчелы возмутились и кинулись на бобра. «Нет-нет!» – поправился бобр. «Мед прекрасный, но я его не ем!» А барсук догнал мышонка и крикнул. «Мышонок, беги!» «Куда бежать?» – удивился мышонок. Барсук хотел все ему объяснить, но лис из-за дерева погрозил барсуку кулаком. Сказал струсивший барсук. «Куда хочешь, беги! Иди гуляй!» «Что же ты, мышонка, не предупредил?» – спросил бобр. «А ты почему лиса не задержал?» – спросил барсук. Мышонок шел и ничего не замечал, а лис подкрался уже совсем близко. Вышел мышонок на полянку, а там избушка. В окошке заяц сидит, чай пьет. «Эй, мышонок!» – сказал заяц. «А за спиной-то у тебя этот, как его, рыжий, лис! Где?» Обрадовался мышонок, обернулся, увидел лиса и закричал. «Ага! Попался, который кусался!» И мышонок кинулся на лиса. Лис сначала растерялся, но потом все-таки схватил мышонка. И тут из окошка выглянул медведь. «Что случилось?» – спросил он. «А, пустяки!» – ответил заяц. «Лиса бьют!» Лис испугался медведя и отпустил мышонка, а мышонок стукнул лиса прямо в нос. Бобр и барсук смотрели из-за куста за всей этой сценой и болели за мышонка. «Эх, не так надо было стукнуть!» – сказал бобр. «А как?» – спросил барсук. Бобр показал как. «Уберите от меня этого вашего!» – кричал лис и пятился от мышонка. Наконец лис не выдержал и кинулся удирать. Мышонок погнался за ним. Бобр и барсук тоже погнались. Но лис бежал так быстро, что его не поймали. «Вы его не бойтесь», – сказал мышонок друзьям. «Если что, вы меня зовите». И они все вместе запели песенку. «Мы в хорошем настроении гуляем по лесам. Кто обидеть нас захочет, сам получит по усам». Вот такая, ребятки, история. Если вам понравилось, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. А я с вами прощаюсь. Пока-пока!